Сегодня наше утро началось с дождя. Всю ночь была какая-то жуткая гроза, все сверкало. Вот, но сегодня у нас очень вкусный завтрак. Относительно. Ну, относительно, потому что я еще не пробовала. Да. Потому что яйца были жарены без масла. Салат был сделан, к счастью, хорошо. С ним проблем особо не было, хотя он тоже без масла. Но зато все очень здоровое. Будем сейчас кушать. Ну что, как вода? Блин, ну галечка тут прикольная. О, как кайфово. Блин, такая прозрачная. Мы с тобой как два близнеца. Ага, даже ногти одинаковые. Да. Но я к этому и говорю. А вот тут мы устроились, сейчас мы будем сидеть здесь, любоваться видом, еще фоточки сделаем. Сегодня, конечно, такая не прям погожая погодка, особо никто не купается. Ну, погода хорошая, но она не погожая. Погожая погода. Погожая погода. Блин, ну красиво. В общем, мы решили устроить второй завтрак. Да, погода потрясающая, а никого нет. И все сидят по домам, потому что все немножко чучу. И на самом деле здесь очень приятно. Например, мы здесь забронировали столик на вечер. Будем здесь кушать еще. Вот, а пока будем пить что-нибудь холодненькое, потому что даже в такую погоду ничего такого не хочется теплого, наверное. Нет, я видела сзади. Ну блин, какое красивое место. Такой ветерок. Вот если было бы жарко, не было бы так кайфово. Будет, видимо, на телефон, потому что камера разрядилась в самый неподходящий момент. Мы приехали на такси в Пираст. Изначально мы хотели взять машину, но немножко пошло все не по плану, потому что не было. Мы не нашли, где бы нам ее снять. Вот. Что-то тут шумно, конечно, но очень красиво. Вот вы знаете, везде в Черногории вода просто вот такая вот прозрачнейшая. Домики везде такие же красивые. И горы. Вон Даша уже убежала от меня. По-моему, мочить ноги – это наше новое хобби. Окей, хорошим отдыху, хорошая еда. Конечно, хороший закат.
Доброе утро, друзья. Вчера получился какой-то неполноценный влог, вообще неполноценный, потому что мы очень много моментов пропустили с вами. Вот, потому что просто-напросто потом разрядилась камера, и то, что вы видели, это было снято просто на телефон. Вот, но сегодня моя камера снова в строю, поэтому продолжаю транслировать мою жизнь. Сегодня мы пришли в ресторанчик, в котором мы были вчера с утра, только сели уже за такой столик побольше. Вот реально, Которская бухта, она всегда... Какое время суток не посмотришь, всегда разное, и сегодня в том числе она тоже новая, так скажем. Я сижу, пью кофе, и Даша пьет кофе. Вот, и мы ждем наш завтрак, будем кушать и поедем сегодня в свете Стефа. Наверное, если не передумаем, не останемся купаться здесь. Мы добрались до встречи Стефана, нашли место, где привалиться, и уже искупались. Окей, в общем, мы наконец-таки, как вы поняли, добрались до встречи Стефана. И здесь в действительности очень даже ничего, очень красиво. И поначалу нам даже показалось, что здесь не очень много таких вот прям туристов-туристов, но потом мы поняли, что это европейский адлер, то, что тут дофигища русских просто очень много. И, конечно, в нашем Коттере как-то поприятнее жить, наверное, потому что он такой более европеизированный. Здесь дорогие довольно лежаки, и как-то мы пришли уже поздно, их вообще не было, поэтому нам пришлось устроиться где-то на песочке. Но мы полежали, может быть, часок где-нибудь, искупались, такая прям прохладненькая водичка. Но, видимо, все-таки это море, и, соответственно, в нашем заливе вода стоячая, и там нагревается она довольно хорошо и долго сохраняет температуру. А здесь все-таки постоянные приливы, отливы, ну и, соответственно, поэтому прохладная вода. Вот сейчас уже скоро поедем домой, и, думаю, будем купаться еще у нас, потому что еще полдня впереди. Я ничего не имею против Македонии, но они делать не умеют. Ладно, надо идти, пойти покупаться еще разок.